Всем доброго времени суток, меня зовут Ольга, и вы на моем канале Вязание с Крокос. Сегодня в моем городе выпал снег, и это прекрасный повод начать вязать шапки. И, собственно говоря, это видео вступление в совместный проект, который называется «Шапочный разбор 2». Организовала его Галина и канал Good Knitting. Ссылку на организатора и на всех девочек, которые участвуют в этом СП, я оставлю в описании под видео. Проходите, подписывайтесь, наблюдайте за нашими работами. Я думаю, будет очень интересно. Проект стартовал 4 ноября и закончится 5 декабря, то есть месяц и один день он будет длиться. В рамках СП нужно будет снять 5 видео, вступление видео, 3 отчета и также итоги. Ну и получается, что сегодня уже 11 ноября, и я запрыгиваю в последний вагон. Так, ну переходим к делу. Итак, что же я собралась вязать в рамках этого проекта? Ну, не знаю, все ли планы я успею сделать, может быть, вообще что-то поменяется, посмотрим. Но в планах, по крайней мере, это 4 изделия. Шапка и манишка для сына, шапочка зимняя для дочери, и также себе хочу связать варежки в комплект к тому, что у меня уже связано. На своих экранах вы видите шапочку, это новая шапка для сына. Здесь еще не спрятаны кончики, и шапка не прошла ВТО. Вязалась она из Alize Merino Royal, и для чего я вам ее показываю. Смысл в том, что вот у меня есть одна зимняя шапочка, к ней еще, вероятнее всего, будет подкладик, пока что тут ничего нет. Думаю, сделаю хлопковый подклад, да, чтобы не продувало. И также в рамках совместного проекта буду вязать еще одну шапочку. Правда, у меня вот такие неприглядные моточки. У меня их на самом деле много. Это был джемпер также для сына, но я его распустила, потому что что-то мне он, ну, не понравился по фигуре. И, честно говоря, вдобавок еще к этому сын из него вырос, пока я вязала. Ну, такое, наверное, довольно-таки часто случается у вязальщиц. В общем, что это за пряжа? Это Alize Lana Gold, а это семеновская пряжа, по-моему, Наталья, если я не ошибаюсь. У меня здесь не все моточки, их намного больше. И это будет шапочка двухцветная. А вот уже манишка будет либо к этой шапочке, либо к этой. Я буду смотреть по остаткам пряжи. И, может быть, я вообще возьму другую пряжу, тоже тут подготовила. Тоже такие же распущенные моточки. У меня есть вот такая Alize тоже и Gazelle Baby Wool. Возможно, я объединю их. Пока, конечно, совсем это все смотрится разрозненно, но в моих мыслях должна получиться красивая манишка. В общем, думаю, вы ее увидите обязательно. Вот шапку и манишку мне нужно связать 100%, потому что уже сейчас сыну ходить, ну, грубо говоря, не в чем. Ну и также шапочка для дочери. С моделью я еще не совсем определилась. Кто на меня подпишется в Инстаграме, тот увидит, какую модель шапочки я вязала на осень. Да, это шапочка, которая идет вместе с манишкой на пуговичке. Моей дочке 2 месяца, и это идеальный вариант шапочки, чтобы ничего не протягивать через голову, да. Зайдите в Инстаграм, и кому интересно, и посмотрите, что я имею в виду, да, если непонятно. На зиму я хотела такую же шапочку связать, только с двойной резинкой и... Ну, то есть, как бы, чтобы отворотик был, и плюсом с подкладом. Но сейчас, я думаю, возможно, вообще другую какую-то модель свяжу. Не знаю, посмотрим. У меня есть вот 20 варианта пряжи. Это пряжа Alize Merino Royal. Цвет 31, это розовый, и белый цвет 55. Если я успею к этому времени определиться с выбором, да, определиться с моделью, то также постараюсь в рамках этого СП связать шапочку, ну, соответственно, для дочки. Ну и себе варежки. Просто тоже хочется извязать пряжу. Я ее, к сожалению, не принесла, но в видео я покажу, да, перед тем, как вязать варежки. Если решусь, то покажу эту пряжу. Ну вот, собственно, и все. Все мои планы, все мои задумки. Еще раз повторюсь, что все девочки, которые участвуют в этом СП, а также хэштег, по которому можно посмотреть, да, видео из СП,
будет в описании под видео. Переходите, смотрите, лайкайте, комментируйте, нам это очень приятно, и нас это подтолкнет, мотивирует, так сказать. Может быть, какие-то идеи подскажете, еще что-то. Будет очень интересно. Всем девочкам я от себя желаю удачи. Думаю, что получится много интересных проектов. Всегда вместе вязать веселее. Ну и отдельно прошу подписываться на мой канал, потому что я только начинаю свой путь, и эта поддержка очень-очень важна для меня. Всем пока!